Более 200 тонн баранины экспортировано из Карачаево-Черкесии. Контроль за отгрузкой продукции осуществили специалисты Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора. Экспортным направлением в республике занимается группа компаний «Домате». Как проводится проверка на вывоз продукции за пределы страны и на каких условиях, расскажет Альбина Ламкова. Постоянно присутствуем на каждой отгрузке. И постоянно отгрузка начинается с контроля температурного режима внутри помещения и в толще мяса продукции, которая будет отправляться на экспорт. С начала 2023 года Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролировано и досмотрено 17 партий баранины. Мы замеряем температуру. Если это валовый продукт замороженный, то замеряем, конечно, уже таким щупом. Если же эта продукция упакованная в вакуумную упаковку, так как мы не можем прокалывать упаковку, мы замеряем инфракрасным термометром. Чтобы блюда сохраняли свои качества с учетом указанного времени, температура должна поддерживаться на уровне минус 18-22 градусов, что и показал термометр. Всегда так четко. Всегда четко. Здесь камера всегда поддерживается, она автоматически регулируется температура, поэтому с перебоями температуры здесь проблем нет. Особое внимание группа компаний «Домате» уделяет вопросам биологической и санитарной безопасности производства и качеству продукции. Осмотр помещений специалистами управления Россельхознадзора проводится в соответствии с нормативной технической документацией. Осуществляется отбор продукции и направляется в лабораторию в Ставрополе. Они проводят работы по контролю качества и безопасности продукции «Домате». Не было никаких у нас проблем по отгрузке, не было никаких выявлений ни нарушений, ни замечаний. Экспортер обязан соблюдать требования ветеринарного законодательства страны импортера. В рамках вот предприятия должно уложиться с момента убоя и до получения продукции импортером она 72 часа отводится. А по готовой продукции, по срокам хранения, по датам выработки, это все отображено. И на упаковке, и на этикетке, которая должна полностью все должно совпадать и маркировка данной продукции. Вопросы по экспортному направлению для завода «Домате» начали решаться в 2015 году. На сегодняшний день это налаженный процесс. Продукция из баранины пользуется спросом не только на территории России, но и экспортируются в страны Ближнего Востока, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар. Продукция с Кавказа воспринимается как экологически чистый продукт и имеет большие перспективы для роста. Продукция компании «Домате» реализовывается в ритейле и в хорике. Наш завод сертифицирован по международным стандартам качества безопасности продукции. Также мы имеем как внутренний сертификат халяль, так и международный. Ассортимент компании представлен как натуральными полуфабрикатами, так и субпродуктами. В планах расширять экспортные поставки, в том числе и в новые регионы, отметил Харун Гедиев. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.